7 июня днем Дакота и Крис гуляли на улицах Нью-Йорка. Дакота очень мило прижималась к Крису и ложила голову ему на плечо. Крис Мартин надел футболку с принтом «Тай-дай», белую шапку, черные штаны, массивные серо-синие кроссовки. На груди у Криса был значок с надписью «Любовь». Этот значок он подарил фанатке, которая подошла позже к Крису и Дакоте. Они о чем-то весело беседовали с девушкой. На Дакоте была розовая футболка, а поверх футболки была надета рубашка розового цвета с расстегнутыми пуговицами. Рукава рубашки актриса закатала. Ее образ дополнили черные свободные брюки и мокасины черного цвета с золотистой пряжкой от Гуччи. Позже Дакота достала черно-белый зонт. На плече у нее висела черная стильная сумка с красными инициалами «DJ». Волосы актрисы были распущены. Спасибо всем за просмотр.